приветствую на канале Асмодей Плей. Мы продолжаем играть. Экспериментальный центр заботится о физическом и психологическом здоровье участников испытаний. По завершении программы вам предложат тортик и возможность выговориться перед дипломированным сочувственным слушателем. Благодарим вас за помощь. Помощи нам помогать всем вам. Мы играем портал. Так, перепрыгнули. Так что не падает. Так, мне надо провести. Ага. Так, надо, значит, убрать поле как-то. Поле убирается вот здесь. Куда мне надо вести этот шар? Куда мне надо вести? Нет, нет, нет. Так, смысл игры очень прост. На мой взгляд. Нужно проходить комнаты одна за одной. У тебя есть оружие, которая материализует два портала, вход-выход. Так, я что-то не понял, почему этот шар беспрепятственно проходит? Так, давай. И оп. Так, что-то мы зарядили. Лифт зарядили. Так, это у нас 15-я комната, если не ошибаюсь. Эх, номерка-то нету. Ладно. Так, мы куда-то сюда поднимаемся. А зачем? Неизвестно. Так, ладно. Ага. Так, ну и чё? Стоп. Что мне надо? Портал не проходит. Туда мне что, перепрыгнуть? Мне не хватает мощности. А, вот как. Так, там синий портал. Все. Надо было еще. Недолет. Недолет. Ладно. Неправильно. Так. Блин. Тут надо на скорость. Вот так вот. Первый мы пролетели. Где шар? Шар. Так, тут нам. Ну, синий оставляем. Пойдемте посмотрим. А куда нам ведет-то? Так. Куда бы нам здесь ведет? Так. Вот так, так, так. Не долетает. Значит, здесь самому прыгать придется сейчас. Так. Вот так. Теперь. Куда?
А как мне? Оп. Не попал. Не попал. Так, ладно. А если вот так? Это же геометрия. Угол падения равен углу отражения. Опа. Она обратно. Так. Ага. Все понял, как надо сделать. И... Вот так. Вот так надо было сделать. Так, и что, где изменился? Там лифт, 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 лифт. Так. Синий. И желтый. Вот так. Давай, иди ко мне. Так, фух, успел. Так, и куда мне этот шар надо пригнать? Не вижу пока. А, вот они выходят, 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 выходят. Так, становимся. Становимся. Смотрим, куда мне этот шар надо пригнать. Совсем понимаю. Ага. А как мне ее открыть? Так. Давай, 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 давай. Опять не совсем понимаю. Что-то я же успел. Все с вами понятно. Где он это? Вот так. На. Получи. Пожертвовать один или несколько жизненно важных органов, фонд повышения девичьей самооценки. Это да ни хрена. Не, не пожертвую. Даже капелькой крови для вас. Что ж, пока поднимаюсь на лифте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. А мы продолжаем. И следующая комната у нас. Ну что, загрузка. Давай. Номер. Камера данного испытания в данный момент недоступна из-за проведения плановой технической проверки. Мы заменим это испытание полосой препятствий для солдат-андроидов. Центр извиняется за причиненные неудобства и желает вам удачи. Ух ты. Для солдат-андроидов. Давайте посмотрим, как они действуют. Мне нельзя на линию попадать. Это да. Вон он меня уже видит, падла. Так. Вывел строй, да? Техническая ошибка.
Так. В целях соблюдения безопасности и проведения утвержденных программой опытов просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. Ну давай. Вот так. Господи, это моя кривище, как он меня там размотал. Опаньки. Вот тебе еще камера видеонаблюдения, чтобы ты видела, ладно, в кого стреляешь. Так. Что-то не совсем понимаю, зачем я его обошел. И давай второй. Опаньки, опаньки. Это что, какой-то секретный уровень или что? Куда это я попал? Межуровни какой-то. Ничего не происходит, но тут и вроде как и брать-то особо нечего даже. Хотя вот, подождите, что-то где-то открыл портал. Ну ладно. Я так понимаю, что он роли не должен играть здесь. Мне надо обойти все препятствия. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну так. Блин, ладно. Сейчас мы немножко поменяем. Так. Давай, 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 давай. Что? А сзади? Сзади-то я не видел. Зато я кое-что другое увидел. Смотрите. Опаньки. Опа. Видали? Ай-яй-яй. Так, разворачиваюсь. Вас я маленько по-другому сейчас вынесу. Если получится. Не получится. Блин, как бы тебя вот так вот. Цель потеряна. Разворачиваюсь, не трогай меня. Поиск, я вижу. Вот так. Критическая ошибка. Что у нас здесь? Так. И...
Опа. Стой. Да. Давай. Куб возьму. Блин, так то. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте посмотрим. Ну, предположим, сюда-то я попаду. Даже сюда. Не попал. Постой в углу. Вот так, в уголок его, чтобы никто не уволок. Для андроидов не миф, а реальное место, в которое ты отправишься при первых признаках неповиновения. Ой, да что вы. Пойдем. Признак неповиновения. Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. Давай. В этом испытании грузовой куб станет вашим верным спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Ну я уж понял, что от вас хрен дождешься. Он еще будет единственный, наверное. Так. А то бы сейчас уничтожился бы. Так, а куда мне? А второй куда? Блин, тут есть где-нибудь место, куда можно? Ой-ой-ой-ой-ой, а если я пригнусь? Нет, не получается, ладно. Смотрим. Где мы можем оставить первый? Портал. И нет. Так. В этом испытании грузовой куб станет вашим верным спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Пойдем со мной. Так. Заботьтесь о нем, как о друге. Забочусь. Я вижу прям, что без него уже никуда. Ну-ка посмотрим на уничтожение. Давай. А, так вот так тогда и пойдем. Испытания часто вызывают такие побочные эффекты, как мнительность, галлюцинации и вот одушевление неодушевленных предметов. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Бум.
Давай. Есть шанс? Есть. Ну давай, стрельни тогда, я пойду. Вот так. Идем, идем. Мы успеем, успели. Все, так. Ну, желтый есть? Кубик, рубик. На. Правильно я хоть сделал-то? Нет, неправильно. Вот так вот. Вот так надо. Так. Здесь. И вуаля. Ага, ага. А кубик-то еще нужен, да? Так. Так, понятненько с вами все. Поехали вниз. Вниз. Так, я что-то не совсем догоняю. Я пришел отсюда. Блин, что-то я сбросил, да, все? Я пришел. Да, отсюда я пришел. Притащил с собой куб. Так, энерговышка у нас заработала. Еще три таких. Опа, опа, чтобы туда пробраться. Ну давай посмотрим. Так, положим куб сюда. Открылась первая дверь. Что она мне дает? Вторую дверь. Ага. Где-то еще куб есть, что ли? Надо будет открыть. Вон оно что, Михалыч. Все, понял. Так. Так. Мы его ставим сюда. Оставляем сюда. Так, ну-ка. Желтый, да, значит? Угу. На. Все перелетали центр, напоминает вам о том, что кубы не умеют разговаривать. В случае, если грузовой куб все же заговорит, центр настоятельно рекомендует вам игнорировать его советы. Вот так. Хорошо, будем игнорировать советы. Ну, чтобы игнорировать, так. Ага, еще что-то открылось. Пошли, куб. Вот здесь вот это мы выполнили. Ой, ой. Угу. Вот так как-то надо, да? Все. Это мы где окажемся? Штука, которая стреляет. Сейчас она нам не нужна. Поехали, куб.
Так, мы с тобой далеко зашли. Пойдем, пойдем, пойдем. Испытание пройдено. Ваш приятель Куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю. Вы умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Вот такой это рекорд. Нехороший человек. Ну что ж, бывает. Бывает. Кто сказал, что я хороший? Давай. Что нас ожидает здесь? Так, 18-е. В завершающей фазе экспериментальный центр напоминает вам, что вы торт. Вау. Так. Ну, перепрыгнул я. Опаньки. Так, куда мне надо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой. Ого. На. Так. Что-то опять у нас не так. Смотрим, так, туда нам не надо. Так, надо. Сделать хороший прыжок. У нас, ну давай вот так попробуем. Нет. Так, а что-то такое? Ой. Ой-ой. Так, это что такое? Блин, ладно. А ты на сколько разворачиваешься? Так, ладно. Уже хорошо. Так. Ну-ка, вот так вот. Давай. И есть. Вот так вот сможешь. Давай, 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 давай. Тогда вот так, так то точно должен. Так точно должен. Сейчас в лоб. Да. Все. И давай. Есть. Так, все. Теперь надо как-то думать,
как мне кнопки попасть? Так, интересно, интересно. Так, если мне туда, потом сюда резко прыгать и ту-ту, вот сюда надо будет. Все. Вот сейчас немножко подожди. Давай. Угу. Теперь, значит, по-другому маленько надо сделать это. Надо сейчас, когда шарик туда пойдет, быстренько синий туда-сюда и вот так вот. На, вот так. О, я еще не заметил. Давай, выбей-ка ее. Здорово. Итак, а что мы сделали? Мы запустили платформу. Зачем нам платформа, я пока не знаю. Ну, давайте посмотрим. Зачем она нам нужна? Так, это можно упасть было и чего? Так, что где открылось? Дверь открыл. А зачем мне дверь открывать? Не понимаю. Ну-ка, давайте посмотрим еще разок. Тут что-то не так. Угу. А, мне же куб надо. Я же за кубом шел первоначально-то. А где куб у нас? Вот так вот. Так. Ничего. Вот так. На. И на. Так, сейчас вот эта пластинка отъедет. Так, там у нас какой? Синий. Давайте нажмем. Вот так. Кубик, Рубик. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Хитрить не будем. Так, и это еще не все. А куда нам надо будет лететь? Ну ладно. Так.
Так, не вижу. Так. Помер. Так, еще разок. Синий. Красный. Так, вылетаем. Синий. Синий. Так, это мы куда? Ага. И еще разок. Синий. Ага. Не совсем. Давай, расшатывайся. Сильней. Еще сильней. Так, а куда мне? Вау! Опять не туда. Ладно. Синий. Красный. Синий. Нифига нету. Так. Мне надо куда-то туда, 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 туда. Хрен знает куда. Так. Куда стрелять-то? Куда? Блин. Так. Отлично. Вот так. Следующее испытание. Чуть башка закружилась. Контакт с неизолированными электроприборами, что в определенных случаях может представлять угрозу для жизни. Для получения более полной информации посетите наш экспериментальный семинар по безопасному обращению с электричеством. Хорошо. С электричеством мы только знакомы, только то, что в проводах должен быть ток. На этом все. Еще игрушка для детей. Тут, блин, вестибулярный аппарат надо развивать. Это ублюешь все. Ну давай. Девятнадцатое испытание. Закончив, опустите устройство в ящик возврата оборудования. Правила экспериментального центра предписывают испытуемому продемонстрировать пустые руки перед тем, как получить сон. Давай. Так, что там мы запустили? Давай. Идем сюда, идем сюда. Меня дверью забило. Ладно. Впереди последнее испытание. Закончив, опустите устройство в ящик возврата оборудования. Правила экспериментального центра предписывают испытуемому продемонстрировать пустые руки перед тем, как получить торт. Ой. Запустили. Так, пришли. Было несложно пока что.
Блин. Вот так. Само то. Если вдруг ты мне понадобишься. В любой момент смогу тебя вывести из игры. Хитрожопый. Все приборы лаборатории порталов выдерживают температуру до 4000 градусов по Кельвину. Будьте спокойны, оборудование не выйдет из строя и не причинит вам вреда до того, как вы торжественно обратитесь в пепел. Благодарим за участие в экспериментальной компьютеризированной программе обогащения опытом. Прощайте. Здорово. Так, меня хотят уничтожить. Нет уж, спасибо. Я уж как-нибудь без вас. Что вы делаете? Прекратите. Я. Мы рады видеть, что вы преодолели последнее испытание, в ходе которого мы притворялись, что хотим вас убить. Мы крайне рады вашему успеху. В честь вашей победы мы подготовили небольшую вечеринку. Положите устройство на пол и лягте на живот, прижав руки к телу. Ага, вечеринка начнется, ага, как же. Ожидайте появления распорядителя, который отведет вас на вашу вечеринку. Больше не пытайтесь покинуть камеру испытания. Примите позу ожидания, если не хотите пропустить вечеринку. А куда мне надо? Вот сюда. Нифига. Так. Ну хоть не сломались. Так, открываем, заходим. Ау. Я знаю, что ты там. Я тебя чувствую. Ау. Теперь. Куда-то не туда зашел? Да нет, все туда. Все туда, все правильно. Кстати, тут это было бы очень удивительно, если бы здесь еще и ГМН появился. Кто такой ГМН? Ну, такой вот, как бы вам сказать, человек. Кто наблюдал за мной, как я играл в Халу, я показывал, кто такой ГМН. Так. Так. Очень-очень-очень странно. Так. Так. И как мне туда попасть? Хороший вопрос. Ага, два раза. Давай. Блин, давайте-ка уровень за так. Так, смотрим, как бы нам туда попасть. Куб. Куб.
Это я где? Что-то не совсем понял, что туда стрелял. Так. Ну, здесь точно сюда. Нет. По окошечку, значит, идти можно, да? Нет, надо. Так, прыжок. Вот так, прыжок. Твою ж мать, не на ту нажал. Так, сохранено. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Блоки, которые нельзя уничтожить, системные, компьютерные. Теперь мы дверь эту открыли, все, теперь все двери открыты. Заходим. Так. Так, кнопку видим. Это какое-то испытание. Для нас, не для нас. Надо сваливать отсюда. Как сваливать? Так, вот еще одна. Ой, я здесь прыгал, помню. Сейчас они будут опускаться туда еще, в кислоту. Так, значит, вы падли следили за мной. Ну, хотя это я знал. Обратная сторона. Видите, какая? Какие-то гнилые работали. Меня убить хотят. Ну, мы это не такие. Мы парни волевые. И что, мы сюда пришли? Что у нас здесь? Так. Не совсем понимаю, куда нам вниз и наверх. Куда нам надо-то? Не попал, да? Куда мне надо? Еще разок. Вот так. Что ты делаешь? Знаешь, сбегаю. Ты еще не сбежал. Ты идешь не туда. А куда? Ау, ты здесь? Сюда. Так. Давай. Куда? Куда меня тащит? Не совсем понимаю. Куба нет? Ладно, ладно. Испытание окончено. Ты победил. Возвращайся в камеру отдыха. Слушай, тортик. Это было веселое испытание. Мы аплодируем твоему успеху. Тест окончен. Возвращайся. Так. Не на правильном пути. Что не так?
Так. Опаньки. Кто-то уже разрезал торт. Я говорила им дождаться тебя, но они не послушали. Если по дороге... Так, что-то не догоняем, маленечко. Ладно. И как отсюда свалить? Куда мне надо-то? Так. Неизвестно. Давайте поищем. Надо опустить их, что ли? Как это сделать? Нет. Так. Так. Так, ты уходишь туда? Ты уходишь туда? Так, ты лесенка, ага. Ну давай. Не совсем понимаю. Так, надо было купса выбрать, что ли? И куда оно тут? Вот так. Уже лучше. Ну да. Теперь вперед. Куда идем-то? Так. Куда надо так? Не знаю. Ага. Так, они меня раздавят, поэтому мне надо вот сюда. Ну, я так думаю. Давайте посмотрим. Куда нас лесенка приведет? Лесенка нас привела. Ну, в никуда. За каким хреном, я не знаю. Ты еще туда куда-то иду. Так, вот он. Так. Если бы даже мы сюда попали. Лесенка там что? Лесенка обрушена. Правильно, пока иду. Вот так думаю. Так, а куда тут? Стоп. Так, получается, если бы я сюда даже зашел. Пошел. Так, этого нету. И куда бы я пошел?
Так. Давай. Вези меня. Не совсем понимаю, куда мне надо. Понимаю, что туда надо. Как мне туда попасть? Вот? Если у меня силы нету, тяжести. Вот потолок. Надо, чтоб меня так выкинуло прямо такой. Как это сделать? Тихо, тихо, тихо. Какой портал? Синий. Вот так. Здание надо было. Здание портала. У нас что здесь остается-то, блин? Сюда, вот сюда, да. А куда сюда? Опа, опять что-то поднимается. Блин, это интересно. Помнишь, как платформа начала опускаться в самый огонь? Я сказала прощай, а у тебя сделалось такое лицо, и тогда я призналась. Ну вот эта речь меня вообще поражает. Я туточки, туточки. Так, а где-то я? А. Все, понял. Так, и как мне тут? Как? А, вот так. Вышагиваем. Стоять. Слишком. Вот так. Правильно? Блаженный. Так. Один. Да, куда мы тут? Ой. Так. Стрелять. Блин, блин,
Гражданский. То, что надо. Разъехались, ну-ка быстро. Не было. Так, так. Плиты двигающиеся, не двигающиеся. Ну, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Опа. Так. Ждем. Второй ты где? Где мне второй-то поставить? Блин, вообще не так, ладно. Так. Сюда. Я сейчас возвращусь. Стрелка вниз. Но больше выхода-то нету. Ну что ж, я думаю, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока!